Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Екатерина. Вы находитесь на YouTube-канале Эсмеральда Серебро. У нас с вами пятница, а это означает, что будут серебряные украшения. И также я подготовила для вас подборку золотых украшений. Вещаю я каждую пятницу, как я уже сказала, для вновь включившихся. Да, хочу оставить немножко информации. Мои контактные данные я закреплю в комментариях под данным видео. И вы сможете связаться со мной для приобретения украшений. Девочки, салон находится в Испании, продажа ведется во все страны мира. Соответственно, оплата ведется по PayPal и на банковский счет. Иногда у нас есть исключения из правил. Это может быть Western Union, это может быть Золотая Корона. То есть все возможные платежи оплаты, которые существуют, мы, в общем-то, рассматриваем. Обстоятельства бывают разные. Но, в принципе, главные платежные системы – PayPal и банковский счет. Давайте сразу начну с тяжелой артиллерии. Я сегодня в ожерелье, в красивом, в шикарном, в моем любимом. Это великолепнейшая коллекция, на мой взгляд, одна из лучших. И сегодня будут украшения от этого мастера. Обязательно я вам покажу. Я начну с одного ожерелья, которое я вам уже показывала, но сегодня мой лук, он просто вот моя одежда, да, мой наряд, он просто вот манит на это ожерелье, оно еще не продано. Комплект продан данного ожерелья и уже заказали даже повтор. А ожерелье, девочки, осталось. Я думаю, сейчас поймете, увидите, какое ожерелье. 743 евро оно стоит. Сейчас я его надену. Сейчас я его надену. Секунду, мои дорогие, я отойду. Сразу хочу сказать, что когда вы хотите купить украшения, я вас очень прошу, присылайте скриншоты. Есть у меня покупательницы, которые не очень с интернетом и не очень сделать фотографию. Да, но вот когда вы смотрите где-то в телевизоре, да, на телевизоре, соответственно, подключен интернет у вас, и вы смотрите мой YouTube-канал с показом украшений, вы можете взять мобильный телефон, ваше устройство, сделать фотографии, потом мне направить на WhatsApp. Катя, здравствуйте, да, я хочу вот эти украшения, если они в наличии. Поэтому вот так все это работает. Друзья мои, шикарнейшее ожерелье, да, просто чтобы сказать, выразить все то, что на ум приходят, да, все эти эпитеты красоты, которые только могут быть, это ничего не сказать. Действительно великолепно. Я вам его предлагала с кольцом коралл кожа ангела и с серьгами коралл кожа ангела. Здесь вы видите коралл кожа ангела, лазурит. Великолепнейшая. Много серебра. Вся наша фурнитура – это серебро 925-я проба в золоте 18 карат лимонного розового цвета, либо радированные украшения. Друзья мои, я хочу, чтобы весь эффект был на ожерелье. Но я не знаю просто, как оно еще не ушло, не продано. Я так думаю, что на самом деле сейчас во всем мире, да, немножечко, так скажем, чувствуется то, что нет продаж в Россию, да, вернее, девочки имеют средства, хотят купить, не могут оплатить. А из-за санкций, которые есть, то, что касаемо в Украине, соответственно, не могут также оплатить, если тоже нет вывод денег из страны на данный период времени, поэтому ждем улучшения. Ну и по Европе девчонки, девочки, да, мои покупательницы покупают, конечно, с превеликим удовольствием, но все равно чувствуется, что не хватает именно наших покупательниц, девочек, которые непосредственно Россия, Украина, Белоруссия, да. Вот, ну, все постсоветское пространство. Друзья мои, ну, в любом случае, мы идем навстречу, рассматриваем все, как вы можете оплатить, да, кто с России, девочки, я вам показываю веер, это Пало Санто, это сандаловое дерево с ароматом, 85 евро, такой специфический аромат сандала, кто знает, да, я буду говорить, как можно сделать покупку, если у вас есть родственники в Европе, или друзья, или подруги, они могут сделать оплату, а украшения мы вам направим, потому что все средства, логистика работает хорошо, все товары доходят, да, так сказать, до своих владельцев в Россию, в Украину в том числе, в Белоруссию, во все страны постсоветского пространства. Девочки, я думаю, после этого показа великолепного это ожерелье уйдет, потому что я не знаю, это очень красиво. Я не знаю, сколько вы видите, не видите всю эту красоту, но это действительно очень красиво. Веер односторонний, сандаловое дерево, кто хочет. Такой, вы знаете, аромат немножко ладан, ну, такой специфический. Вот это натуральные, да, компоненты, которые источают данный аромат. И кто хочет коралл кожи ангела, кашель никак не проходит. Девочки, представляете, насколько я силач. Насколько я силачок. В кавычках. Мои хорошие. Ну, для тех, кто знает, знает. Была простуда, кашель остался, и все так и есть.
Но, честно сказать, я особо не лечусь. Так, давайте с вами рассмотрим его вблизи. Посмотрим, рассмотрим. Девочки, тут просто великолепие сплошное. Тут не добавить, не прибавить. И по работе, и потому что мастер, и по коралл придумал, да, дизайн, и коралл кожа ангела. Это просто очень красиво. Давайте я вам покажу следующее. Сегодня будут новинки. Давайте я вам покажу следующее ожерелье. Сейчас я надену комплектом, девочки. Шикарная сикварита. Ага, Фура мне дала золото. Я сейчас надену данные серьги с аметистами, серебро в лимонном золоте, такой тисненный эффект, очень красивый, 319 евро они стоят. Вы видите, да, с обратной стороны, вот так. Сейчас я надену, вы посмотрите, 319. Девочки, штифт занижен, поэтому здесь будет вот просто шикардос, шикардосный, как будет на ушке смотреться. Сегодня показ просто на высшем уровне. Впрочем, как всегда, я держу, да, марку, планку. Но сегодня именно по насыщенности, по красоте, по богатству. Но начинаю с тяжелой артиллерии. И 609 евро. Здесь будет ожерелье. Смотрите, какая застежечка. Красота, девочки. Аметисты и амбар. Янтарь. Сейчас мы с вами застегнем. Легчайшее, удобное украшение с янтаря. Отличается своим удобством, своей практичностью. Браслет. 217, девочки. На запястье до 19, даже до 20. Смотрите, какая красота. Обожаю эту цветовую гамму. Просто обожаю. То, что касаемо синего, сиреневого, лавандового, аметистового. Да, все вместе. Но здесь просто не добавить, не прибавить. Я думаю, что красота, которая просто зашкаливает, девочки. Комплект шикарный. Кто возьмет, вы не пожалеете, потому что это настолько стильно. Тетю Мотю и бабусю с вас это не сделает однозначно, потому что, ну, это такого уровня и класса украшения. Тем более, если вы это умеете носить, и если вы знаете, с чем носить, и можно очень красивые современные луки создавать. Да, сегодня у меня классика, кружево, там немножко, да, и скот, и вырез такое обязывающее. А вообще это можно сочетать более casual, да, более такие легкие какие-то, сбоку стиль. Я не знаю, кто с чем любит, кто как хочет, кто как может. Наши девочки, все русскоговорящие, кто меня смотрит, со всех стран без исключения, это эстеты однозначно, потому что все равно европейская женщина — это больше про удобство, девочки. Ну, однозначно я могу это твердо сказать, потому что я живу уже много лет в Европе, да, соответственно. Смотрите, девочки, я надеваю следующие серьги, которые тоже сюда будут очень хорошо подходить. Они стоят, также замок Омега, они стоят 285 евро. Если вы захотите, то вы можете этот комплект приобрести. Он есть, было, остается в одном экземпляре. Серебро 925-я проба в лимонном золоте, золото 18 карат. Абсолютно совершенно спокойно подходит к инвентарю. Еще стоят прохладные дни. И поэтому, девочки, 189 евро, вот такое кольцо шикарное, 189 евро, если это на 16,5, разъемное, можно его на любой размер, я сейчас об этом, то вот это колечко на 19 размер, 18,5, 19, и вот так все это, девочки, вот, вы хотите, вы выбираете с чем вам удобнее, с чем вам красивее, комфортнее, может, кто-то поменьше хочет сережечки, пожалуйста, я считаю, что это на самом деле уровень и красота, которая видна даже через экран, да, вот передается. Я повторяла, повторяю, буду повторять, что мне такого характера украшения, такого уровня украшения показывать абсолютно не сложно. Для меня это просто и комфортно, и я горда нашими украшениями, и если, может быть, можно там навести критику по поводу показа, каких-то слов, да, кому-то что-то может не нравиться, интонация, хотя мне очень много людей пишет, что приятный голос, но дело не в этом. Как говорится, вкусовщина, и кому-то ты нравишься, да, кому-то ты, может быть, не нравишься, я это воспринимаю нормально, то наши украшения, я думаю, не могут не понравиться кому-то. Это понравится абсолютно всем девочкам, даже кто не умеет их носить, даже если кто любит просто нечто брутальное, без золота, потому что я, например, всеядна, я люблю все стили, девочки, мне нравятся все стили, которые есть. Ну, такая красота. Я умею носить все, и то, и это. Давайте я вернусь к таким сережкам за 116 евро, девочки, ну в чем дело, посмотрите, какие здесь лапочки.
Это со старой коллекции. Я вам показывала давно, старая цена. Здесь лабораторный турмалин. И здесь, я думаю, тонированный агат или тонированный кварц, пардон. И здесь серебро в лимонном золоте с элементами чернения. Очень красивые сережки. Всего 116 евро. Ну, кто-то скажет, всего 116. Это много, девочки. Цены взлетают. Это старая цена. Берите эти серьги. Потом посмотрите, как хорошит. Вы посмотрите, девочки. Кто голубоглазки, обратите внимание, обратите внимание. Достойный здесь замочек, гвоздик, штифт занижен, эффект чернения создает такую очень красивую дымку по волоку, красиво делает глазки. Еще одни я достала за 80 евро, тоже посмотрите здесь. Тонированный кварц, есть эмаль, да, и аметист. Серебро в лимонном золоте, цена 80 евро. Замочек, гвоздик, штифт занижен. Смотрите, как с обратной стороны все отделано, все сделано. Давайте я их тоже надену. Вы посмотрите. И я сейчас вам еще кое-что покажу. А я вам сейчас кое-что покажу. Другое, новинки покажу. Смотрите, девочки, кто хочет это, кто хочет это. И я вам покажу. Закупили мы нечто новенькое. Так, что у меня здесь? Это подойдет. Девочки, смотрите, какая прелесть. 75 евро. Культивированный жемчуг. Вот такая капелька. Цветной фианит, серебро в лимонном золоте, 75 евро. Это ожерелье-чокер с удлиняющей цепочкой. Можно его застегнуть вот так, а можно прям совсем под шейку. Сейчас я это сделаю. Смотрите, какая прелесть, девочки. Смотрите, какая прелесть. На лето, смотрите, какая нежность. От того, что здесь красный фианит и здесь вот так, это все подходит. Абсолютно спокойно, смотрите, да, как комплект. Очень нежная, девочки, кто у нас? Мухер Фина, нежная женщина, да? Танюша в Норвегию, привет, Танюша, нежная женщина. Галя Памшева, нежная женщина у нас тоже. Вот миниатюрная, маленькая такая. Потом у меня много, да, потому что я вас знаю еще физикаменты, я вас знаю внешне, потому что мне высылают фотографии, я не все публикую, я не все могу публиковать, потому что, ну, это и не все хотят, но некоторые девочки разрешают, да, я публикую в комьюнити, но я много что не публикую, потому что, соответственно, продажи, так или иначе, они идут, девочки, чему я очень рада. Вы смотрите на это и любуетесь. Я вам хочу показать, есть вот такое здесь, как под кварц фуме. Вот, ну это фианит, видите, да? Вот такая тоже красота. Также стоит 75 евро. Также можно застегнуть, как вы видите, а можно чуточку подлиннее, вот так, да? Смотрите, сейчас я сделаю на последнюю застегну. Самый длинный вариант, вы поймете, увидите. Так, запутались волосы. Ох, девочки, сегодня купила один лак для волос. Думаю, такой ветер был, мне надо лак. Он там с фиксацией пятерка. Мамочки мои, как мне колом встало все, волосы имею в виду. Да вот это лак, это такого я качества не ожидала. Это надо распылять на расстоянии полметра, желательно, где такую руку, как это так поставить. Вот, мои хорошие. Поэтому такое, смотрите, какая красота. Одно, второе. Вместе не предлагаю, но чтобы вы понимали, это одна и та же длина, можно под горлышко застегнуть. Но все это вместе шикардос. Очень красивая вариация, девочки. Очень красивая вариация. Берите, вы не пожалеете, потому что и по ценам, и по всему. Следующий момент, да, я не говорю, что нужно два вот этих ожерелья вот так, но одно достаточно, и можно с каким-то еще что-то придумать, да, с каким-то еще... с какой-то еще вариацией. Так, что я еще хотела? Да, у меня есть еще одно, девочки. Это будет уже такое же, но с другим камушком. Давайте я сниму и потом вам покажу все. Секундочку. Сейчас я вам их все вместе покажу. Различия. Три мы таких забрали. Все они по 75, да? И есть еще как цитрин, да, под цитрин, это тоже фианит. Вы видите, коричневый. И здесь вот этот камушек, он видно, он немножко как в синий. Секунду. Секунду, мои хорошие. Вы видите, да, такой прозрачный. А это больше в коричневый. И, соответственно, тоже можно со многими украшениями, я смотрю, с чем, вам показать, чтобы вы это увидели. Очень красиво, на мой взгляд. Великолепно смотрится. Девочки, очень нежно. Очень красиво. Из таких чокеров, давайте я вам покажу три вот этих браслета. В розовом золоте я покажу вам браслет.
в лимонном золоте и в родии. Все они на запястье 15-16, 17-18. Три браслета, они по 163 евро каждый. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Здесь работа просто, девочки. Законченность великолепная. Законченность на 1000 евро стоит 163. Назовем это так, да? 1, 2, 3. В лимонном золоте золото 18 карат, в розовом золоте и родированный. Я не говорю, что нужно брать 3, вы возьмете такой, какой вы хотите. Один из браслетов до 18 будет замечательным образом. Что я вам хочу показать? Все равно позывные кашля. Секунду, мои хорошие, у меня здесь вода. Выпила кофе. Немножечко сушит горло. Ведущая. Ага, здесь у меня золото, бриллианты, ведущая немножко освежилась, так сказать. И что я вам хочу сказать? Вот такую новиночку мы забрали, очень нежные сережки. Сейчас вы увидите. 63 евро, смотрите, какая прелесть. Здесь законченность также великолепная. Напоминает известный бренд. Тугая немножко застежка, надо будет расслабить. Сейчас я надену, и вы все увидите. И вы все увидите. Очень красиво, на мой взгляд. Очень красиво. Девочки мои дорогие. Берите, смотрится шикарно, современно, изумительно. Шикарно, современно, изумительно. И цена вопроса 63 евро. Законченность шикарная. В одном экземпляре одним их забрали. И один из браслетиков можете взять, допустим, в лимонном золоте. Или два браслета. Также будет замечательно. Я снимаю эти браслеты. Девочки, браслеты шикарные просто. Вот их три. Нет, их 10. Их три. Один в родии, другой в лимонном золоте и в розовом золоте. Великолепное качество. Так, я хочу вам показать следующий момент. Я вам хочу показать, девочки, не падайте в обморок. Сейчас я это сделаю. Вау, тут просто вау. Тут просто вау, и мне нужна гривна. Или струна, или гривна. Я возьму сейчас, я думаю, пройдет, хотя не факт. Сейчас посмотрим, девочки. Великолепный кулон я вам хочу показать, красоты неимоверной. Нет, не пройдет. Надо триколор мне взять. А где мне взять? А вы знаете что, я возьму вот это, потому что это мне больше подойдет. Хотя триколор тоже, девочки, вы помните, да? Они, по-моему, по 123, если я не ошибаюсь. Но сейчас я возьму вот эту струну. Эта струна будет стоить 69 евро. Вот так она выглядит. И на ней я сейчас буду примерять кулон. Мне такая понадобится еще вроде. Девочки, 165 евро. Новиночка, увесистый, красивый кулон, великолепнейший, очень красивый, мои хорошие, очень яркий. Здесь этикетка висит в неудобном месте на струне. Сейчас как-то надо будет это протянуть. Оно проходит замечательно, оно этикетка не проходит. 69 евро струна, вот потом я отдам, повесим снова этикетку, сделаем, девочки. Гладкий, красивый обморок. Здесь и арабская, и восточная, и еврейская, и что только нет, да, напоминает такие мотивы, что вау, вау, вау. Цепочка, это я не на последнюю застегнула струну, это я сейчас сниму, и вы все увидите. Но берет, конечно, на себя внимание. Вот это очень рекомендую, это просто лапочки, лапочки, три их всего штучки, как и три браслета. Но я думаю, уйдет, девочки, теперь давайте смотреть. Но это на все, подо все хорошо, даже те девушки, которые не носят украшения, я думаю, в этом случае, а где у меня, в этом случае точно будут довольны. И я хочу вам предложить, мы сейчас с вами рассмотрим, я хочу вам предложить вот такую цепочку чокер за 83 евро. Смотрите, какая прелесть, девочки.
Здесь просто прелесть прелестная. Я сейчас надену вместе, вы посмотрите, как это будет. Здесь для меня, как по мне, надо прям под горлышко застегнуть. Прям вот близко-близко, видите, да? Вот так нужно сделать. И чтобы вот в этой выемке, да, была вот эта штучка. Я не говорю, что это вместе с этим, но чтобы вы понимали. Сейчас я буду снимать данный кулон. Девочки, у кулона законченность шикарная, гладкий, великолепный. Ну, просто нет слов. И сама работа, и все на свете. Вы видите, да? С обратной стороны. Очень красиво, девочки. Очень красиво. Ну, вообще, скажите, что некрасиво? Что я вам показала, чтобы было некрасиво? Ну, это как бы такое новинка, да, поэтому немножечко вам внимание. Давайте следующее. Дерево покажу. Покажу дерево, покажу на струне, девочки, и покажу на цепочке. На цепочке горошками. Дерево 135 евро. По объемам я вам все скажу. Кулон первый был побольше, этот слегка поменьше. Но все по одному забрали. Смотрите, серебро в лимонном золоте, 135 евро, цветные фианиты здесь. Шикардос. Древо жизни, семейное дерево, очень хороший подарок, с хорошей философией, да, можно пофантазировать на эту тему. Вы также обратили внимание, как великолепно смотрится данная цепочка чокер без данного кулона. Потому что просто вот не снимаю, хочу, чтобы вы полюбовались. Вообще ее можно ниже застегнуть и так, как вы хотите. Очень красивая вариация, очень красивая вариация, девочки мои дорогие. И это 83 евро. Жемчуг культивированный. Серебро в лимонном золоте, золото 18 карат. Ну, вы сейчас смотрите дерево, а я тем временем думаю, что мне сделать? Мне надо какие-то серьги? Нет, я не буду надевать серьги, потому что серьги будут забирать внимание. Мне сейчас нужно, чтобы вы внимание все на кулон и на струну. Очень красиво, девочки. А вот следующее... Так, а я оставлю это. Я оставлю это. Давайте я достану за 149 крупный крест. 149. И цепочка стоит 45 евро. Он как с внешней стороны, так и с этой стороны одинаково. Для девочек, кто православные, пожалуйста, кто католички, пожалуйста, как говорится. Да? Кто-то, может быть, хочет это дерево на длинную цепь и вот сюда пониже. И сейчас я надену другой кулон, пониже вы все увидите. Давайте я надену крест, мы с вами пофантазируем. Я вам всегда, мои хорошие, сочиняю разные всякие напевы и луки. Почему крест стоит 149, девочки? Он и весит, и работа здесь шикардосная просто. Простите за мой фольклор. Фольклор так и льется. Смотрите. Сейчас я буду надевать другое украшение. Вот так крестик, да? Можно покороче на цепочке, можно подлиннее. И еще с вами раз рассматриваем данный кулон. Присылайте мне скриншоты, резервируйте украшения. Я с удовольствием, с превеликим вам буду их предлагать и делать красивее моих девочек. Ну и так у меня красавица, но... Всегда хочется что-то улучшить. Нет предела совершенства. Я вчера моей подруге пела про совершенство. 135 евро. Следующий кулон, девочки. Опс. Чуть не упал. 135 евро. И цепочка 51 евро. Длинная. Сейчас хочу эффект посмотреть, как это будет. Сори. Девочки мои дорогие, посмотрите, какая прелесть. У меня из-за этикетки он не движется ни туда, ни сюда, он начинается. Смотрите, какая прелесть. Вот такое дерево. Третий кулон с новой коллекции. Давайте я надену сейчас серебро в лимонном золоте. Увесистые кулоны, полновесные. Я сейчас отойду, вы посмотрите, как будет смотреться. Надюша, привет в Израиль. Надюша всегда. Катя, где мой привет? Надюша, вот на длинной цепочке кулон. Шикардос. У меня здесь немножко пояс. Давайте вот так, чтобы внимание не отвлекало. Но вот это не для Израиля, но тем не менее. Для Израиля вот это. Это для других товарищей. Красотень? Нет? Я считаю, что да, девочки. Я считаю, что да. Еще какая красотень? Так, потому что вы можете надеть это и на струне,
И можете надеть это на цепях. Цепи очень интересные сами по себе. Интересная работа. Просто шикарная. Не знаю, зачем я раскрывала эту цепь, когда она раз, она длинная. Давайте еще раз с вами. Очень красивый кулон, девочки. Очень. Я не просто вам рекомендую. Я вам очень рекомендую. Просто рекомендую. Безоговорочно. Это мне для следующего показа. Я уже смотрю много украшений. Я в хаотичном порядке здесь набираю, потом немножечко откладываю. Так, теперь поехали. Ох. Сейчас буду снимать крестик. Девочки, крестик берите. Тураночка, привет, дорогая вам. Я надеюсь, Турана выздоровела в Азербайджан, моя хорошая. Она мне такие сообщения, ой, такие хвалебные песни. Ну, от души, это не то, что у нее нет двойного дна, такой человек вообще. Ну, у меня очень много от вас хороших комментариев, очень много, да. Кто-то более какие-то скромные, кто-то более душевный, да, более открытый. Но, тем не менее, не могу пожаловаться на вас, девочки, не могу. Больше у меня позитива, чем какие-то, да, моменты, связанные с непониманием или что-то. Нет, такого нет, это очень мало, в основном все. Ну, во-первых, я быстро отхожу, все быстро забываю, там какая-то непонятка или что-то. Поэтому так, со мной проблем нет. Как Наташа мне написала на Катеру, Наташа, по-моему, я не помню, кто говорит, Катюша говорит, у вас хороший характер. Я говорю, я не понимаю, что такое хороший характер? Она говорит, ну, в моем понимании, это когда человек доброжелательный, вежливый, адекватный, положительно настроенный, такой вот, ну, спасибо, в любом случае. Кто-то мне написал, вот кто меня смотрит, напишите снова. Не помню, девочка какая-то написала мне на другом канале. 39 евро струна и дерево вроде, и девочки, 135 евро. Такой же, как в лимонном золоте, что я вам показывала, да? Но только вроде есть. Ох, с чернением. Кто любит, кто хочет, кто любит, пожалуйста. И 39 струна. Вообще ни о чем, а эта струна, она для всех кулонов подойдет. Для всех кулонов абсолютно. Посмотрите, как смотрится, девочки. Шикардос. Ну, все шикардос. И, соответственно, кто захочет, кто не захочет, браслет. 415 евро здесь. Такая работа шикардосная. Вроде и браслет. Просто шикардос. Посмотрите, девочки. Здесь просто как бриллиантовая вставочка дорожки. И есть такой же браслет, я не знаю, где он, поменьше мы забрали, новая коллекция, 243 евро. Здесь немножко отличается работа у самого браслета. Запястье 15, 16, 17, 18 до 19. Видите, этот потоньше, этот потолще. И отличается по работе. 243 евро, этот 415. Шикардосные два. Не надо их вместе брать, надо взять один. Кто-то один, кто-то другой, и, пожалуйста, вам, ой, с моим. Ну, и, соответственно, можно с этим деревом, можно без дерева, можно как вы хотите. Очень красивый кулон, девочки. Великолепный, на мой взгляд, кулон. Просто великолепный кулон. И я хочу показать вам следующий кулон. Ох, давайте я покажу вот этот. Красивый тоже. Потом пришлете мне фотографии, кто какой хочет. Все в одном экземпляре, а не по одному. Ну, конечно, есть один вроде, один в лимонном, да? Вы понимаете? Но все по одному. И вы мне пришлете, потом скажете, Катюша, я хочу это. Кто-то скажет, я хочу это. И будем с вами разбираться, что к чему и почему. Следующий кулон. Здесь цветовая гамма шикардосная, девочки. Здесь эмаль. 165 евро он стоит. Я его надеваю. Он тоже вроде. Кто любит в золочении, пожалуйста, в золочении. Кто любит вроде, пожалуйста, вроде. Нет никаких у меня к вам вопросов по поводу... Смотрите, какая красота, девочки. Давайте рассматривать. У кого есть туркеса, у кого есть здесь вот сиреневая эмаль. Ну, великолепная законченность, шикарная. Сзади не корябается, все гладкое, приятное. Ну, чувствуется, что это, соответственно, вещь качественная, действительно, украшение... ювелирное высокого качества. Что я хочу сказать под это, подо все, что я хотела вам показать. А, вот эти серьги, но они, правда, здесь... Нет, это вроде... Нет, это вроде не подходит. Можно любые другие серьги, которые у вас есть. У меня мы заказывали, девочки, кто хотел. Шикарные серьги. Две пары заказали, потому что кто-то заказал из девчонок и не оплатил. В чем дело, девочки? 115 евро стоит. 115 евро, есть две пары. Видите, да?
два вида золота. Здесь подойдет к вашим кулонам как в родии, так и в лимонном золоте. Золото 18 карат. Сейчас я надену. Сейчас я надену, и вы увидите, как это будет смотреться. Ну, начинается. Что такое? Это когда я много делаю примерку, у меня ухо начинается. Ухи-ухи больно, как я это всегда говорю. Девочки, ну что вот, надо мне. Вот таким вот образом. Секундочку, давайте попробую снова. Это когда много-много примерок, и начинается как-то вот оно, мышей не ловит. Нет, девочки, не могу. В это не могу. Вы понимаете, да? Хорошо бы вот эту серьгу на вот это ушко. На вот это ушко. А вот эту сюда. Вот таким вот образом. И они будут как... Вот. Вот. У них здесь есть левая, правая. Не могу надеть из-за того, что у меня специфические ушки. Я уже очень много что померила. Девочки, здесь очень красивая работа. Две пары есть. Они по 115. Великолепная цена. Ну и кулон на струне, соответственно, тоже. Ну и кулон, соответственно, тоже. Красота. Очень красивый кулон. Следующий момент, который я хочу вам показать, я сейчас это сделаю, и думаю, на этом мы с вами закончим. Пришли серьги с аквамарина, кто-то заказывал. Девочки, я не знаю, как это ожерелье еще не ушло. 609 евро оно стоит. Здесь аквамарины прозрачные, аквамарины бочонки, культивированный жемчуг. Шикардос, шикардосный замочек, серебро в лимонном золоте. Я сейчас надеваю, расправляю всю эту красоту, всю эту элеганцию. Здесь можно как все расправить, так и сделать в хаотичном таком порядке. Тоже будет очень красиво смотреться. Пришли серьги, кто заказывал, не помню. Серьги аквамарин жемчуг, 149 евро. Здесь очень ровный такой подобранный жемчуг. Кругляшок, гладенький и вот такой аквамарин, насыщенный. И я вам предлагаю с этим ожерельем, кто девочки любит, умеет носить, то, пожалуйста, обратите на это внимание. Одни такие серьги ушли, они были, ну, соответственно, я вам предлагаю вот такие сережки, 149 евро. И вы великолепны и неотразимы. Вы великолепны и неотразимы. Кто не хочет серьги с аквамарином, можно серьги, такие кругляшки, у меня есть жемчуг, сейчас я вам покажу, вроде, так как фурнитура с обратной стороны, то видно не будет абсолютно ничего, то у вас лимонное золото фурнитура, есть вот такие вот за 81 евро жемчужинки, вот такие, серебро вроде, замочек омега. Я вам их уже показывала. Они при ушке, на ушке замечательным образом сидят. Просто замечательным образом. Одни эти кругляшки и, соответственно, с жемчугом замечательно. Ну, я уже останусь в том, в чем я останусь, девочки. И вы знаете, на этой красивой ноте, оно-то действительно красивое и шикарное. Секунду, хочу достать веер из такой вот коробочки. Этот веер будет зеленый. Он не будет ни синим, ни голубым. 37 евро он стоит. И вы видите, какое здесь кружево и какая здесь красотень. Просто красотень. Видите, да, друзья мои? Аквамарины, жемчуга. И шикарный веер за 37 евро, который я хочу вам предложить. Мне кажется, именно здесь вот он будет на контрасте. Великолепным образом смотреться. Не синее, не голубое, как я уже сказала. И ко многим украшениям подойдет, в том числе кто-то захочет этот веер к этим серьгам. Да, ну, вы можете это варьировать, как вы хотите. Мои хорошие, не отключаемся, потому что будет во второй части золото. Ну, а я уже жду ваши комментарии, покупайте украшения. Девочки, ожерелье – это сплошное великолепие. Аквамарин без включения. Кто хотел аквамарин, кто хотел эту элегантность.